дальше не лезь под руку. Алекса подальше, отходим подальше. Я сюда давай движу. И раз, следующий метр. И два, следующий метр. Три, хорошо. Хорошо, мячик ворот. Я какая? Она будет работать, покажи. Ваша смелость. Вот она бы вот уходила. Хорошо. Слышь, Марин, ни в коем случае надо, это вот работа своеобразная. Оп. Так. Оп. Оп. Оп, еще один. Ну, давай, очень тесно, ключи близко. Смотри, мячик должен быть чуть подальше, вот здесь. Давай, сюда, пробили. Все, как парут мячики быстро. Оп. Не торопись, не торопись, можешь на место. Все, сними. Хорошо. Давай, давай. Николь. Один очень сильный удар. О, супер, Николь. О, отличный удар. И... отличный удар. Да, неплохо, кстати, если ты... О, супер, неплохо, неплохо. Молодец. Да, очень ты неплохо. Ну, тих, ты давай, мальчик, уже с собой так. Слышь, давай, отходим сюда. Марин, ну не надо силы этого. Молодец, вернулся назад. Сбиваешь, я сам показал. Дай мячу отскочить, не давай отскочить. Дала мячу отскочить, смотрел и удар. Вот сейчас отличный ритм. И дала мячу отскочить и вперед. Еще раз боком. И вперед, хорошо. Так, Николь, давай попробуем подальше, дальняя дистанция, вот сюда. Давай сюда, сюда, сюда. И... оп, хорошо, мяч. Оп, еще раз, мяч. Отлично, еще раз. Оп, давай смотрим на мяч. Последний. Хорошо, так, воды подвигают, 2 минуты перерыв. Молодцы. Воды подвигают, подвигают. Алексей, берите мячики, помогите. Просто. Ну давай, давай, быстренько. Это мягкий мяч, легкий, Алексей. О-о-о. Курникова. Курникова. Я бы сказала, кто я. Просто молчи. Ник, ты вообще супер. Да, Леся супер, молодцы, ну, девочки. Ну, второй раз тут. Ну, да. И четвертый, да. Какой здорово. Удар. Марин, можешь больше молчать? Поговорим обо всем потом, после тренировки. Не надо, отвлекаешь. Это же на седьмой, это же на самом деле тренировка настоящая. Да, надо покатывку себе превращать. Там деньги у тебя лежат на сиденье.